30-летний Михаил работает техником в местном охранном предприятии, ремонтирует сигнализации. Парень мечтает об автомобиле премиум-класса. В обновленный офис ВТБ на Московской пришел, чтобы открыть накопительный вклад под хорошую процентную ставку. Добрый день. Меня зовут Андрей, могу вам обращаться. Меня зовут Михаил, и я бы хотел открыть вклад. Отлично. Для дальнейшей консультации пройдем с вами переговор, нам будет намного комфортнее. Без увеличения площади банку ВТБ удалось создать уютные рабочие зоны для сотрудников и клиентов. Новая удобная мебель настраивает на конструктивный диалог, а электронная очередь помогает равномерно распределить клиентский поток и определить нужного специалиста. В офисе нет постоянно закрепленных мест для сотрудников. Обслуживание клиентов происходит в любой свободной локации на территории офиса. Понравилось то, что офис расположен в самом центре города, легко добраться от ЖД вокзала. Уютная атмосфера, удобные диваны, есть аппарат с водой и кофемашина. Привезли персонал, и я очень доволен сервисом. Все рассказали, показали, объяснили. Большинство потоковых операций в офисе ВТБ автоматизированы, что значительно увеличивает скорость обслуживания. А устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно. По мнению управляющего ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергея Кадакина, после модернизации эффективность и востребованность офиса нового формата должны увеличиться в разы. Обновленный офис ВТБ находится на улице Московской, 5, и работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Елизавета Червяк, Дмитрий Петри, «Время новостей».